Свою готовность при борьбе со стихийным бедствием сегодня продемонстрировали пожарные Жамбылского региона и Кыргызской республики по Талаской области во время пожарно-тактических учений. Огнеборцы двух стран практиковались вблизи села Кызылкайна Жамбылского района. Руководил учениями Бекболат Орынбеков. С самого утра здесь боевая готовность. 169 человек личного состава выстроились в ряд и ждут команды. Тушить огонь будут опытные пожарные. Согласно легенде учений, пожар возник в предгорье села Кызылкайнар. Кроме того, тушение огня усложняется еще усилением ветра, а площадь пожара 35 гектаров. В работе задействовано и современное оборудование. Впрочем, сегодняшним учением поставили оценку хорошо. Согласно плану взаимодействия трансграничными республикой, сегодня проведено пожарно-тактическое учение по ликвидации лесосыпных пожаров. Цель учения – это привлечение сил и средств, совершенствование навыков, отработка руководящего состава командного, а также работы штаба. Подобные учения способствуют отработке профессиональных навыков спецслужб и взаимодействия при ликвидации пожаров как на территории области, так и трансграничной территории. Выражаем большую благодарность за приглашение. Для нас важны подобные учения. В прошлом году, помните, был большой пожар на трансграничной территории. Самые опасные пожары случаются именно в горных местностях. У нас было сегодня задействовано 2 единицы техники и 13 человек личного состава. Такого рода учения проводятся в области ежегодно. Пожарные сегодня выполнили самые главные свои задачи. Вовремя прибыли на место ЧП, оперативно справились с огнем и спасли людей. Нургали Сабитов, Адильбек Самаликов, 77 News.